Хороводы на льду, яркие выступления, подарки и чаепития. Совсем скоро Новый год, а значит, близится пора волшебства и чудес. Предновогодняя акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в парке Раздолье. Дети увидели замечательное выступление артистов на льду. Тренер позанимался, дал уроки катания. Дети были очень счастливы. Ну и, конечно же, какой Новый год без самых главных участников, да, Снегурочки и Деда Мороза. Акция проводится в округе не первый год и всегда радует детей и взрослых. Акция проводится сотрудниками ОМВД по Одинцовскому городскому округу совместно с общественным советом при ОМВД. Были проведены мероприятия с детьми сотрудников полиции и, в частности, с детьми отцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. Сотрудники полиции и общественники поздравили ребят с наступающими праздниками и напомнили о правилах безопасности. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцово».